Обзор CLM. Представляю вам Core Liquidity Markets, или сокращенно CLM, форекс-брокер, который предлагает более 60 валютных пар, индексы, сырье, а также торговлю бинарными опционами. Это форекс-брокер, который позволяет торговать бинарными опционами на платформе MetaTrader 4. Минимальный депозит в данном случае у нас может вносить в австралийских долларах, евро, британских фунтах или же американских долларах. Плечо гибкое, до 500. Экспертная поддержка обеспечена трейдером, а также помощь профессионалов круглосуточно в течение 5 дней в неделю. Компания зарегистрирована в Австралии, обладает лицензией ASIC. Для торговли предлагает несколько платформ. Это MetaTrader 4, WebTrader, мобильный трейдер, то есть MetaTrader 4 в мобильных приложениях. Также у нас имеется мультиаккаунт трейдер и специальные аналитические настройки. Для пополнения депозита у брокера можно воспользоваться кредитными дебетными картами Visa MasterCard, электронным кошельком на Teller и электронным кошельком Skrill. Минимальный депозит, чтобы открыть счет у брокера CML, составляет 250 денежных единиц, допустимой валюты, австралийский доллар, евро, британский фунт или американский доллар. Также брокер просит обратить внимание на то, что никаких платежей от третьих лиц в данном случае не принимаются, и на тот факт, что снять средства можно тем же способом, которым произошло пополнение счета. Предлагает два типа счета, это Core Standard и Core Pro. Чтобы открыть первый тип, Core Standard, необходимо будет пополнить свой счет суммой минимум 250 долларов. О допустимых валютах я уже сказала, они у нас здесь указаны. Плечо в данном случае может достигать 500, привлекательно отсутствие комиссий. Торговать можно на Форекс, бинарными опционами, металлами и контрактами на разницу цен. Также брокер предлагает посмотреть все спреды по тем или иным парам в специальной таблице. Второй тип счета Core Pro, потребует минимального взноса в размере 10 тысяч денежных единиц, плечо в данном случае до 400, комиссия у нас присутствует. Также доступна торговля, помимо всего прочего, бинарными опционами, металлами и контрактами на разницу цен. Стоит также отметить, что брокер предлагает услугу открытия демонстрационного счета для того, чтобы отточить мастерство. Для этого придется заполнить стандартные поля, внести стандартную информацию о себе и начать, собственно, торговать. Связаться со специалистами компании можно по представленному здесь электронному адресу, также по номерам телефонов для Австралии и Великобритании. Также можно заполнить специальную имеющуюся здесь форму и таким образом отправить прямо с сайта свое сообщение. Служба поддержки работает 24 часа в сутки с понедельника по пятницу включительно. А сайт работает на английском, испанском и китайском языках.